Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и это обзор рынка. И главная нашумевшая новость — это то, что напечатали очередной миллиард тезера. Ребята, миллиард USDT напечатали буквально 16 часов назад. В нашем чате это уже активно обсуждалось. О чем это нам говорит с вами? Пойдет ли цена биткоина вверх или вниз? Давайте посмотрим на статистику, как это было раньше. Спасибо нашему админу МС, который любезно пометил на графике все предыдущие вот такие моменты, когда печатали дофига тезеров. И как мы можем с вами видеть, в основном, если искать какую-то взаимосвязь, в основном это было перед дампами рынка. Посмотрите, очень редко, когда напечатанный тезер предшествовал пампу, судя по вот этим всем линеечкам. Но прямо сейчас выглядит так, как будто бы у нас будет с вами исключение. Посмотрите, биткоин начинает расти как раз, когда напечатали тезер. Причем очень важно, что его еще не завели на бирже, его только напечатали. То есть обычно они это делали перед тем, как нужно было выйти из рынка. Как будет в этот раз? Давайте посмотрим. Вот, например, как это было перед коронадампом. Посмотрите, напечатали тезера, и мы упали. И вот, собственно, вопрос на миллион долларов, точнее, на миллиард долларов. Вот они напечатали тезера, и мы вроде как уже упали. Поэтому напишите-ка в комментариях, как вы думаете, отпадали ли мы уже достаточно, чтобы начать расти? Или вы думаете, что будет еще один дамп? Потому что, смотрите, у нас все еще с вами сохраняется на недельке бычий дивер, супер перепроданный RSI и очень сильное отдаление от средних скользящих, подобное тому, как было вот здесь, на дне предыдущего медвежьего рынка. Поэтому, на мой взгляд, дисклеймер, конечно, не финансовый совет, что нас ждет сейчас все-таки поход наверх. То есть мой план такой, что мы отменяем вот этот сценарий и начинаем пампить. Именно поэтому я все еще держу свои лонг-позиции на Bybit. По биткоину моя позиция в плюсе, и прямо сейчас вроде как мы продолжаем отрастать. По Dash'у позиция в небольшом минусе, поскольку я залетел в него чуть позже уже вот на этой свечке. Но тоже на самом деле похоже, что он сейчас начнет отрастать. Потому что если мы отдаляемся с вами, то мы видим глобальную картину, что мы, ну, как бы очень сильно отпадали и еще даже никак, ни сколечки не скорректировались к этому падению. То есть если Dash сейчас улетит куда-нибудь на 100 долларов, это будет абсолютно нормальный возврат его к средним значениям, если вы посмотрите на всю картину в целом. Вот, если мы накинем Fibonacci от локального хая до лоу, то это будет отскок всего-то в зону там куда-то 0.23 или 0.38 по фибе. Небольшой отскок. А даже если отсюда мы посмотрим, то это будет отскок примерно в зону 0.61.8. Наверное, более правильно смотреть отсюда, потому что это не скорректировавшийся еще нисходящий импульс. Так вот, как раз мы в зоне золотого кармана, это будет по дэшу как раз в районе 100 долларов. Также, если мы посмотрим с вами на эфирчик, то мы видим, что он тоже очень хорошо держится, посмотрите, даже в отличие от биткоина. И на часовом таймфрейме вообще у нас конкретный аптренд. Поэтому похоже, что сейчас мы все-таки будем отрастать и, соответственно, ликвидировать шорты. Поэтому вот чего я жду. Я жду шорт-сквизов, хороших таких шорт-сквизов, куда-нибудь на 1500, на 1600 по эфиру, а то, может, и на все 2200. Но вы, как я уже сказал, напишите, пожалуйста, чего ожидаете вы в комментариях. И ставьте лайк, не забывайте, если вам нравится крипто-контент. И подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Но самый жесткач – это, конечно, график каста. Посмотрите на это. Я думаю, что самый главный вопрос, который вас мучает, если вы покупали каста – что за хрень происходит? Почему она дампится? Когда она уже, наконец-то, начнет расти? И я думаю, знаете что? Я думаю, что нам надо спросить у самого Карла, у которого мы находимся сейчас в офисе. Итак, Карл, ну скажи нам, пожалуйста, ответь на вопрос, почему каста падает? Что происходит? Каста сейчас падает специально для того, чтобы вы могли подешевле затариться, а потом сорвать иксов. А, красавчик. Спасибо. Ну, в общем, вы все поняли, ребята. Каста можете купить на нашей любимой бирже Bybit, ссылка на которую в описании. И привет вам всем из Дубая, из шикарного офиса The Moon Group. Ребята трудятся, работа идет. Все серьезно, никакого скэма. Целый штат сотрудников, так что все будет хорошо. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет.